чтобы энергия просто не утекала. Божественные эгрегоры, то тогда нужно направить силу молитв, если вам это нужно, на исцеление вашего тела, к примеру, или на очищение тонких тел. Говорите: мое намерение состоит в том, что здесь сейчас вечная молитва, я прошу, чтобы эта энергия пошла на исцеление моих тонких тел, моего физического тела. Вы должны произнести то, на что будет идти эта молитва. И тогда этот грех, эта молитва, эта болезнь, она будет пополняться силой молитвы. То есть сила молитвы не просто утекает вверх, она идет на какую-то задачу, которую вы просите. Но обязательно это нужно проговаривать, потому что иначе оно может просто утекать, это сила молитв, и идти на какие-то накопления, которые могут вам, к примеру, понадобиться в будущем. И то, что вы хотите сейчас, может быть, у вас не осуществлено.